послании народу Казахстана глава государства поставил задачу в этом году начать строительство двух крупных проектов железной дороги Жезказган-Бейнеу, Шыбыркөл-Аркалык, протяженность 1200 километров. В настоящее время все процедуры по выбору подрядчиков проведены, контракты заключены. И 3 июля после старта на телемосте мы начинаем полномасштабные работы. На этих работах будет занято более 10 тысяч человек на строительных работах. Эксплуатационный штат в будущем составит более 4 тысяч человек. В целом у нас проблем организационных уже нету. Сегодня уже идет полномасштабная крупная мобилизация. Везде будут устроены вахтовые городки. Вахтовые городки будут построены по самым современным требованиям. То есть наш рабочий персонал будет иметь практически полный комфорт. Намечено Шыбыркөл-Аркалык завершить в июле 2015 года, ввести его полностью в эксплуатацию. Жезказган-Бейнеу в июле 2015 года будет завершен первый пусковой комплекс, то есть движение начнется в 2016 году, будет завершено полностью оба проекта. Более 4 тысяч людей будет занято на этой работе. И влияние на эти территории будет самым огромным, позитивным. Во-первых, занятость, во-вторых, развитие инфраструктуры, в-третьих, доступность.